Приехала посылочка, вот такой у нее тут номер. Это мы заказывали Redmi Note 10S. Сейчас вскроем. Ну, вроде все запечатано со всех сторон. Будем сейчас открывать, смотреть. Скотч вроде как не резанный. Хорошая вот эта вот штука, упаковка. Так, телефон. И тут к нему еще что-то. Стекло, наверное, да. Глаз написано, стекла. Вот такие обычные. Одно стекло. Ну, одно стекло. Вот так оно шло. И сам телефон. Так, это мы убираем. Так, и телефон. Все запечатанное. В принципе, ну я не знаю, открывать надо, нет. Может, подождем хозяйку. 10S. 8 гигов оперативки, 128 встроенной памяти. 12 тысяч, по-моему, обошелся. Сейчас такой за 12 у нас не купишь. У нас 19 где-то он стоит. Ну давай, вскроем. Все равно. Так, пакетик удаляю. Раз. Вот такой белый Redmi. Камера 64. AMOLED дисплей. G95. Это MediaTek процессор. И 33-ваттная зарядка. 5000 мАч аккумулятор. Ну, довольно-таки тоненький. Ну, немножко не такой, как у тебя. Смотри, тут кнопка не такая. Угу. Так, и в комплектухе что еще у него? Ты глянь, не могу зацепить. Ногти сегодня подрезал. Так, это у нас чехол на него. Идет зарядка 33 ватта. Быстрая зарядка. Кабель. Покажи. Кого покажи? Чехол. Ну, сейчас. Это доставать симку. Инструкция и белый чехол. Вот такой обычный белый чехол. В общем, если кому-то надо, магазин и ссылку оставлю в описании. Все, вырубай. Вот такой у нас у детей 6128, а это вот с Алиэкспресса 8128. Ну такой вот он. Беленькое у него исполнение. Ну и тут что у нас?